Дорогие друзья, 28 декабря 2023 года, в преддверии Нового года 2024 года, я как директор клуба «Ярополк», как общественный деятель, как депутат Красногорска, вместе со своей Снегуркой поздравляем жителей городского округа Красногорск с наступающим Новым годом. Непосредственно мы поздравляем именно семьи мобилизованных. Сегодня у нас 15 семей. В подарочный комплект у нас входят такие подарки, как сладости и игрушки для детей. От друга нашего движения Антона Демченко, который возглавляет компанию Let's Power, дарим вот таких 15 мультиварок. Ну и от клуба «Ярополк» такие подарочные наборы. Все самое необходимое к столу. Там гречка, консервы, фрукты, мясо, сыры. Вот. И небольшой подарок – это футболка «Ярополк» с надписью «Победа будет за нами». Надеюсь, людям понравится. Вчера сделали обзвон, нас ждут. В общем, не изменяясь твоей традиции, сколько я уже депутат, как второй срок, каждый раз мы поздравляем жителей. И второй год подряд мы поздравляем именно тех людей, которые мобилизовались. Но с учетом того, что у меня на второй срок новый округ, соответственно, новые люди. Зажжем сегодня, Снегура? Зажжем. Отлично. Всех с наступающим. Поехали. А, это вы? Господи, мы хотели сюрприз вам сделать. О, здрасте. Новый год у вас. Новый год. Поздравляю вас с наступающим. Депутат по вашему округу. Ага, так что, очень рады. Что, да. Клуб «Ярополк» знаете, наверное. Знаем, очень хорошо. Вот от компании Let's Power вам мультиварочка. О, спасибо большое. Тут игрушка для детей и сладости. Большую. И от клуба «Ярополк» к столу. Ой, и для взрослых. Там спасибо вам большое, очень футболка. Приятно. Вы же супруга? Да, я супруга. А он сейчас под Херсоном, да? Да, папа под Херсоном у нас. Под Херсоном. Мы искренне верим, что в 2024 году все закончится. Ой, хотелось бы, чтобы побыстрее. Мы понимаем. Ребенку сколько лет? Старше 13 и 9. Вот там размер резко, с надписью «Победа будет за нами», это «Ярополка». Детей к нам не забывайте. У нас мобилизованные практически вообще бесплатно занимаются. У нас хотя цены копеечные. С наступающим вас Новым годом. Очень приятно. Спасибо. Праздник семьи, улыбок. Жизнь бывает преподносит разные вещи, но все образуется. Получается, это Ольга Александровна, это супруга. Он числится пропавшим без вести, к сожалению. Ольга Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим вас Новым годом. Это сладости. Красавица. Игрушка, да. Вручай. Снегура. Спасибо вам большое. Это от компании Let's Power вам мультиварочка. Спасибо, ребята. И спасибо. От клуба «Ярополк» футболка и все необходимое к новогоднему столу. Ребята, спасибо, я так рада. Спасибо вам тоже с Новым годом. Вы депутатство имеете в виду? Я клуб «Ярополк» возглавляю. Да. Я там всегда нахожусь. Хорошо. Если что-то спасибо нужно. Вам, ребят. Спасибо. Хорошо. Вам большое. Удачи, здоровья. Вы не хотите к нам, если хотите приходить. У нас много женщин приходит. Плетут сети в свободное время. Очень я знаю, я с Натальей общаюсь, я знаю. А, я все. С Натальей общаюсь. Давайте вот я вас обниму. Спасибо. Все. Спасибо, ребята. Так, 54-е. Заказывайте Деда Мороза по промокоду «Ярополк» бесплатно. С подарками. Здравствуйте, Дед Мороз к вам пришел. О, здрасте, спасибо. Здесь подарки сладости от компании Let's Power. Такая мультиварочка. Спасибо. Для новогоднего стола. От клуба «Ярополк». Тут прям все серьезно. Не говоря про футболку. Счастья, здоровья. Ой, спасибо. Извините, у вас же сын или вы? Или сын. Вы? Сын. Сын, он там находится. Там, кстати, у нас футболка, «Ярополк», и сзади «Победа будет за нами» надпись. Да. Я сфотографирую, передадим с дочкой. Дочка сейчас на работе. Спасибо большое. Я уже депутат, имеете в виду клуб «Ярополк», я там всегда есть, если какие-то вопросы здесь возникают по всем. Давайте. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Я не ожидала. От компании Let's Power вам мультиварочка. Сладкие подарки. И от клуба «Ярополк» все к столу. Блин, и для взрослых здесь тоже есть. Вообще, моя мультиварочка, я только думала, купить ее вот или нет. Пишет сыну нет, пламенный привет. Да, только что смс-ку прислала, забирают с островов. Забирают, а под Херсоном? Да. Там Днепр все вышел. Ну, да. В общем, всего вам самого лучшего. Вопросы по депутатской. Я в Ярополке всегда. Угу. Я теперь, как бы, раньше был на том округе, сейчас на этом. Блин, вы же за меня голосовали? Я просто не готова. Да ладно, давайте. Ой, спасибо большое, ребят. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, с наступающим вас Новым годом. Ой, спасибо большое. От меня, как депутата,
От компании Let's Power вам мультиварочка сладкая. И, соответственно, вот как раз размер под вас, футболка оттуда Ярополка, статус победа будет за нами, и тут все к новогоднему столу. Спасибо. Счастья, здоровья, я ваш депутат теперь по этому округу, клуб Ярополка, ждем всех. Спасибо большое, всего доброго. С Новым годом! Так, чтобы я сразу понимал, у вас папа мобилизован или брат? Папа. Папа и брат, вдвоем. Вам мультиварка? Вот. Сладости, игрушка. Там, кстати, размер твой S-ка есть. Футболка Ярополк с надписью «Победа будет за нами». И все к столу. С Новым годом, с новым счастьем. Деда Мороза веришь? Да. Серьезно веришь? Да. Блин, вот это тебе искренне желаю. Я сам до сих пор верю и считаю, что все у нас будет хорошо. Слышал про клуб Ярополк? Не слышал. Ты-то слышал про клуб Ярополк? Нет. Вот теперь. В Павшино. Клуб единоборств. Ярополк. Единоборство. Не слышали? Нет. Капец. Клуб Ярополк. Знаете такой? Mm-mm. Вы не знаете, клуб Ярополк в Красногорске? В Павшино находится спортивный клуб единоборств. Там и тренажерный зал, и цены копеечные. А я вообще ваш депутат, кстати. А, да? Да, вот здесь. Да. Деда Мороза нарядился. Промокод. Ярополк, говорите и бесплатно заказывайте, кстати. Бесплатно абсолютно. Я работаю бесплатно. Серьезно. Новым годом вас! Послание Let's Power от меня как депутата. Вам мультиварочка. Тут для ребенка сладкая и игрушка. От клуба Ярополк все к столу. Спасибо. Там все нормально, даже для взрослых. И футболочка. В общем, спасибо. Всего вам самого лучшего. Вы супруга или мама? Я мама. Там все хорошо? Да. Слава тебе, Господи. Спасибо. Вот скажите, вы утешите мою душу. Просто... Вы клуб Ярополк, вы знаете? Да, слава да, тебе, да. Господи. Я просто знаем, я к детям захожу, вы знаете, мы не знаем такой клуб. Я говорю, приходите к нам. С наступающим, а пользуйтесь на здоровье. Спасибо. Все, всего доброго. Здравствуйте. Праздник. С наступающим вас праздником. Спасибо. От компании Let's Power вам такая мультиварочка. Спасибо. Сладкая, да, спасибо. И к новогоднему столу. А Ярополка, в том числе, там все учтено для взрослых. И футболка. Спасибо. Победа, статусе победы будет за нами. Спасибо. У супруга все хорошо? Вот в отпуске. А, слава богу. Я постоянно это делал, просто мне 5 лет был предыдущий опыт. Сейчас вот новый опыт. Вы же за меня голосовали, я думаю, с сентября. Ладно, с наступающим, хорошего настроения. Спасибо. С наступающим вас. Вон внучка моя идет. Где? Вон. А-а-а. Опоздала. Вон внучка, чего. Внучка, помаши деду ручкой. Наверное, старенькую вот. Внучечку подобрал себе. С наступающим. Спасибо. Спасибо, дедушка Мороз. Загадайте желание, дотронетесь до посоха, оно сбудется. Серьезно? Да. Эх, Снегурочка. Тух! Я думал, вы загадали удар. Извините, еще раз загадайте. Второй, что ли? Нет, первый загадайте. Ладно. Спасибо, удачи вам, ребята. А Снегурочка вообще красавица. С наступающим Новым годом. Так, иди сюда, солнце мое. Смотри, загадай желание, дотронься до волшебного посоха. И оно сбудется. Ну загадай мультиварку хотя бы. Ну загадай мультиварку, не дотронься, ну пожалуйста. Все, опа, мультиварка в студию. Компания Let's Power. Мультиварочка, сладенькая игрушка. И, соответственно, к столу праздничному. Праздничному для взрослых, где тоже есть. И футболочка такая вот с надписью «Победа будет за нами», размер S-ка. С наступающим вас. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Здравствуйте. С наступающим вас Новым годом. У вас же папа мобилизован? Да. Все нормально у него? Дотронься до посоха и загадай мультиварку. Вот. Да, это старая шутка. Раз. Вот. Здесь игрушка сладкая. Для детей и взрослых. Футболочка наша. А все это от клуба Ярополк. Слышали такой в Красногорске? Нет. Ну вы в Павшинске помню живете. Мы в Павшино. Вконтакте посмотрите. Клуб Ярополк. Хорошо. Посмотрите, кто вас поздравлял. Спасибо. Все, родителям привет пламенный. Смотри. Ты еще не знаешь, что такое, но ты будешь долго верить, поверь мне, лет 8. На вкусняшку. Все, с наступающим вас. И вас с наступающим.
С наступающим Новым годом. У нас целая делегация от компании Let's Power вам мультиварка. Сладенькие подарки. И к новогоднему столу. Что вас так много? Вы удивлены? Мы вас удивили? Да, удивили. Что это не просто какой-то сладостный набор? Да, да, да. Не тяжело вам? Нет. Самого наилучшего вам в Новом году, вам, супругу, детям. Все будет хорошо, и искренне верим, что в 2024 году все закончится. Главное, да, главное мира нам. В общем, привет ему, главное, пользуйтесь со здоровьем. Да, обязательно. А если сломается, Ярополк, знаете, где находится. Знаю. Там по гарантии меняем. Здравствуйте. Здрасте. С наступающим вас Новым годом. Дотройся до палки, загадай мультиварку. Молодец. Большое. Мультиварка. Хоть кто-то понимает мои шутки. Вот, шутка, здесь сладенькие. Шутка не поняла, но все очень интересно. А вот тут еще от Ярополка, прям все по-взрослому к столу. И спасибо. Футболочка. Футболка Ярополка сзади, победа будет за нами, размер S. Всего вам хорошего. Спасибо. Наступающим. У нас просто крайний адрес. Мы чуть-чуть тоже уже запутали. Мы уже 2,5 часа. Танцами занимаешься? Карате занимаюсь. О, я хотел черлидинг предложить, а тут сразу между делом. Почему? А почему не на рукопашной боли? Мне карате больше нравится. Карате — это карате. Я шахматами занимаюсь. У нас тоже шахматы есть. У нас вообще, вы про Ярополк же знаете? Да, 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 да. Чем? Там очень, кстати, очень интересно. Я благодарю всех, кто помог мне, особенно директорам, с доставкой на дом, с такими шикарными подарками. От всей души благодарю от себя и своего сына Олега. О, уже стемнело, начали все развозить, когда было светло. Сегодня мы поздравили 15 семей мобилизованных, пожелали им скорейшей победы. Исключительно была видна только доброта, радушие, что, в принципе, нас заряжало. Дети тоже встречались такие достаточно импульсивные. Очень приятно, что многие верят в Деда Мороза. Искренне хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Люблю говорить, пожелайте человеку то, что вы хотите сами себе пожелать. Поэтому в Новом году всем вам желаю здоровья, верных друзей, любимую работу, приносящую исключительно только удовольствие. Ну и море позитива. А самое главное, нашим бойцам, которые сейчас находятся на передовой, я искренне желаю здоровья, успехов, удачи. И искренне надеемся, что в 2024 году все это закончится. Дай бог, конечно. Наталья, всем здоровья и успехов в новом году. С наступающим. Приходите в Ярополк. И еще раз всех с наступающим Новым годом. Мультиварочка. Спасибо вам большое. Компания Let's Power. Спасибо. Для ребенка сладости игрушка. Супруг, да? У меня супруг сейчас лежит в госпитале. А в нашем госпитале? Вишневского. Вишневского лежит, да? Да. Вдруг, если что-то понадобится, вы подходите, но я как депутат постараюсь что-то сделать. Все, спасибо. Давайте, с наступающим. Спасибо большое.